Любовь не понимает слов. В ролях Ханде Эрчел, Бурак Денис, Аскан Тагдемир, Мерве Чагиран, Агузан Карби, Тукче Карабаджак, Димет Гюль, Сулейман Филек. Битюл Губанаглу, Джем Эмюллер, Султан Караглу Килич, Эврен Дюаль, Элиф Доджан, Метихан Куру, Гюзде Качаглу Ягмур, Агус Акул, а также Назан Дипер. Любовь не понимает слов. Здравствуй, папа. Что такое? Тебе плохо? Что же с ним случилось? Я поехал, Чагла. Мурадбей. Свиты, которые вы заказывали. Спасибо. Посылка для Мурата Сарсилмаза. Четвертый этаж. Спасибо. Для Мурата Сарсилмаза. Спасибо. Телефон забыл от радости. Радость? Вам была доставка. Хорошо. Вот. Спасибо, Чагла. Хорошего вечера.
вкусно пахнет. Мы действительно едем отдыхать. Не говори об этом, а то обязательно возникнет проблема, которая нам помешает. Девочки, зовите папу, ужин готов. Поедим, пока горячее. Аллах, когда же он поймет? Я пожалела его, когда он умирал, но замуж не хочу. Вот Азиме, пообещала, а теперь сплошные проблемы. Дедушка! Дедушка, ужин готов! Дедушка, ты тут уснул? Разве я разрешал входить? Закрой двери! Что случилось? С дедушкой что-то не так. Не заболел? Отругал меня. Он сегодня сам не свой. Что же нам делать? Садитесь. Ешьте, пока горячее. Пусть он немного отдохнет. Брюлянт! Иди сюда! Муробби, я все объясню! Что это? Что ты хочешь? Отвечай! Я тут ни при чем! Откуда это у тебя? Мрабей и девушка привезли платье! Это ее дизайн! Какая девушка? Я не знаю, высокая брюнетка. Симпатичная. Пожалуйста, простите меня. Я согласен на любые условия, даже работать бесплатно. Я ошибся. Простите меня, Муратбей. Я ухожу. Куда ты собрался, папа? Всем до свидания. Пожелайте мне доброй дороги. Папа, куда ты уходишь? Какая еще дорога? Возвращаюсь домой. Но почему? Почему? Какая разница? Просто беру и ухожу. Ну так нельзя. Папа, мы тебя чем-то обидели. Ради Аллаха. Объясни, что случилось.
Я устал от вас. Понятно? Просто устал. Всего доброго. Папа. Что-то случилось? Я думаю, нам не нужны зимние сказки. Sebepsin yağmur gibi yağmaya.
gece her cevabın bir bilmece bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Тебя Хазал ждет. Bir yürek var şuramda, her zaman sana ait. Adını verdim bir yıldıza, sana güvenmiş her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. Cevabın bir bilmece bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Her zaman sana ait. Adını verdim bir yıldıza, sana güvenmiş her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. Bitsin artık bu ıssız gece, cevabın bir bilmece bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Adını verdim bir yıldıza, sana güvenmiş her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. Artık bu ıssız gece, her cevabın bir bilmece, bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Thank you.
только я хочу обнять тебя. Получаю удар в спину. Я не могу не бросить тебя, не остаться с тобой. Какие красивые. Еще ошибок нужно совершить, чтобы погасить этот огонь, Хаят. На сколько частей должно разбиться мое сердце? Что-то не так? Входящий от мамы. Телефон звонит. Я потом отвечу. Это твоя мама. Может, что-то случилось? Хорошо. Но потом мы продолжим наш разговор.
Ответь же, дорогая. Да, мам. Куда ты пропала? А зачем тебе телефон? Я здесь, мам. Что-то срочное? Все очень плохо. Будет ли у нас хоть один день нормальный? Твой дедушка уехал. Как это уехал? Куда? Не знаю. Молча собрал свои вещи и ушел. Дедушка, он один уехал? Может, решил вернуться? Халид и Хамид приехали за ним на машине. Я уже несколько раз звонила, а он не отвечает. Ладно, успокойся. Я ему наберу. Может, он в Гирисун поехал? Я ужасно устала, ужасно. У тебя проблемы закончились, зато у других начались. С меня довольно. Ладно, мам, не переживай. Сейчас все выясним. Мне пора, я перезвоню. Ну и дедушка, куда он так срочно сорвался? Должно быть, он знает, что делает. Не стоит давить. Телефон отключил. Наверное, он в Гирисуне. Пусть отдохнет там пару дней. Мы не закончили. Будешь молчать? Отстань! Не трогай меня! Лейла Ханым, успокойтесь. Это мама? Что-то разбилось. Они ссорятся? Пойду проверю. Не заберешь? Нет. Лейла, успокойся. Ни за что! Этой женщине здесь не место! Кто тогда будет за вами ухаживать? Я ведь все знаю. Что происходит? Мурат, сынок, прогони эту женщину. Что она делает в нашем доме? Мурат Бей, вы прекрасно знаете, что вашей маме нужен уход. Нет. Нет, пусть она уйдет отсюда. Лейла Ханым, если бы не авария, я бы вас не оставила. Какая авария? Ты цела и невредима? Мурат Бей знает. Ничего серьезного. Я повредила руку, когда забирала лекарства. Сказал, можно тебя? Халид. Хаят, послушай. Мы с братом забрали дедушку. Забрали? Куда? Вы поехали в Гирисун? Нет, мы повезли его на дачу. Но он попросил никому не говорить. Но сейчас он меня не слышит. Звоню тебе, чтобы ты не волновалась. Спасибо, но я не понимаю, что он будет там делать. Мне пора, он уже вышел. Халид, подожди! Скажи хотя бы, где это? Дедушка, как ребенок маленький. Что ты здесь делаешь? Я же просил не приходить. Да. Но я все время думала о тебе. Переживала. Твоя помощь больше не нужна. Я помню. Но ты ведь тоже думаешь, что она лжет. Не так ли? Теперь это не важно. Вызову тебе такси. У тебя есть брат. Что это значит? Учиться в Измите. И ты говоришь об этом только сейчас? Я собиралась. Чего ты добиваешься, Хазал? Только справедливости.
Думаю, этот ребенок поможет твоей маме все вспомнить. Дай мне шанс. Бедняжка. Стоит здесь, ждет своего муженька. Долго придется ждать. Почему же? Посмотри на нее, как вырядилась. Хаят, позволь дать совет. В этом доме личной жизни у тебя не будет. И ты никогда не будешь здесь счастлива. Поговорите с мужем и найдите себе другой. Я ни о чем не жалею. Вот закончится ваш медовый месяц, и ты вспомнишь мои слова. Милая, в этом доме я, Лейла и Азиме Ханым, три ведьмы, из лап которых тебя даже твой любимый супруг не спасет. Знаете, я вижу этих людей совсем иначе. Это семья Мурата. Твоя доброта и непосредственность доставят тебе немало хлопот. О чем вы говорите? Если бы ты не была такой наивной, то поинтересовалась бы, о чем внизу говорит твой муж с этой аферисткой Хазал. Ты бы задумалась, почему он не может выгнать ее из дома, и лучше следила бы за ними. Может, вам стоит подумать о себе, а не мне советы раздавать? Где Неджатбей? С кем он? Как поживает? Разве вам не было интересно, почему он сбежал? Лучше разберитесь со своей жизнью, а не лезьте в мою. Что же нам такое горе? Взрослый человек вот так взял и исчез. Был и не стало. Как посмотрю на это пустое кресло. Не говорите так, будто он умер. Упаси Аллах. И пульт от телевизора лежит и ждет его. Имена, ты же звонила в Гирису. Они перезвонят, когда он приедет. Звонила, да. Тетя Имена, смотрите, что я нашла. Дай сюда. А это не обручальные кольца для него и Азиме Ханым. Почему они здесь? Жених должен носить кольцо. Вот. Помолвку расторгли. Точно. Так и есть. Иначе зачем бы папа уехал из города, не сказав нам ни слова? Значит, она разбила ему сердце. А он не смог больше здесь оставаться. Бедный мой дедушка, как мне его жаль. Ну почему она ему отказала? Мы куда-то собрались? Что такое? Почему ты молчишь? Вроде температуры нет. Если бы и была, беспокоиться не о чем. В доме есть медсестра. Хаят, ты о чем? Не мы уходим, а я. Так что расслабься. Ты в надежных руках. Ты ревнуешь к Хазал?
Что за глупости? Мне не понравился голос мамы. Я волнуюсь за нее. Хорошо. Только позвони, как узнаешь что-нибудь о дедушке. Мурат, мне кажется, твоя мама права. Правда? И в чем же? Хазал здесь не место. Зачем мы заставляем женщину, если она этого не хочет? Зачем мучаем ее? Но я считаю иначе. И завтра мы с ней кое-куда поедем. И куда это ты собрался? В Измит. Надеюсь, ты не против. Дорогая, ты заблудилась? Нет, хочу отдать Муратбию. Я передам. Нет, спасибо. Ты же куда-то спешишь? Я сама. Нет, я никуда не спешу. А что ты здесь делаешь вечером? Приехала передать. Ой, прости. Конечно, тогда зайди и передай. Хазал! Это же спальня. Спальня молодоженов. Личное пространство. Имей совесть, дорогая. Он сказал это срочно. Хазал, ты принесла номер? Спасибо, спокойной ночи. Ты же собиралась уходить. Уже нет. Что мне там делать так поздно? Да и это же дедушка. Понятно. Спокойной ночи. Тебе тоже. Даже не думай об этом. Что я могу сделать с этим листочком? Не очень-то и хотелось. Значит, Алиджан. Ой, как же холодно. Замерзаю. Уже ни рук, ни ног не чувствую. Скоро весь окоченею. Это из-за одиночества. Не понимаю, о чем ты. Тебе холодно. Из-за одиночества. Думаешь? Правда? Точно. Ты теперь философом заделался. Разве я не прав? Держал бы тебя кто-то за руку, ты бы согрелся. Разжигай, я согреюсь. Дрова сырые, не горят. Что ты хочешь сказать? О, Аллах, ты привез меня сюда заморозить до смерти. А что я сделаю? Ты же хотел отдохнуть. Причем бесплатно. А я нашел это место. По-твоему, я риэлтор, что ли? Мои возможности не безграничны. Хватит мне твоих возможностей. Лучше замолчи и разжигай уже быстрее. Я же сказал, дрова не горят. Вот полетят в тебя эти дрова, тогда посмотрим. Аллах! Что это? Волки воют. Ты что? Брат же на улице, а телефон не работает. Не бойся, все будет хорошо. Он сам старый волк.
Чего? Переведено и озвучено студией «Кириллица» по заказу онлайн-кинотеатра «Иви» в 2022 году. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet oyununla. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la la. Aşk bu belli mi olur? Döner beni bulur. Hayat benim değil mi? Laftan anlamaz.